У Ольги Елизаровой двое детей и две половины одного плаката, где медицинская тема переходит в образовательный процесс. Ольга – одна из сторонниц группы «Родительский надзор» в социальных сетях. С подобными плакатами госучреждениям они выходят не первый раз, о чем свидетельствуют фотографии в интернете. Все они выступают против введенного в саратовских школах дистанционного образования. Активисты требуют, чтобы их детей вернули в школы. Открыты детские развлекательные заведения, открыты секции, открыто все. И единственное, что нужно закрыть, в чем наше правительство видит меру, это учебные заведения. И мне непонятно, то есть у меня диссонанс, поскольку дети по всем исследованиям не являются, как сказать, передача идет не от детей. Прямой путь передачи от взрослый, взрослый ребенок. Дети в меньшей степени болеют, дети в меньшей степени подвержены. Почему удар приходится именно по образованию? Учебные заведения в Саратове сейчас выглядят примерно одинаково. Везде расклеены графики времени захода в школу по классам, при этом все входы тоже раздельные. Ближе к концу первой смены у учебных заведений переполох. Родители приходят забирать своих детей. Здесь только учащиеся с 1 по 5 класс, на карантине с 6 по 11. Как говорят в региональном министерстве образования, эта мера введена с 7 ноября и только в Саратове, Балаковском, Балашовском и Энгельском районах. Виноваты не дети, а взрослые. Педагог в первую очередь может стать источником ковидной угрозы. Я обращаю внимание также на то, что в данном случае есть предписание Роспотребнадзора, и в соответствии с федеральным законодательством оно является обязательным для исполнения всеми лицами, в отношении которых оно распространяется на территории Российской Федерации. Вот именно поэтому было принято решение межведомственное на оперативном штабе о том, чтобы перевести обучающихся 6 по 11 класс только в крупных территориях, там, где выявлен рост заболеваемости среди взрослого населения. Роспотребнадзор тоже в курсе, что на улицах появляются люди с плакатами, но объясняют решение рекомендовать дистанционное обучение в связи с тем, что по их наблюдениям группа от 7 до 14 лет была задействована по заболеваемости не только COVID-19, но и ОРВИ. Хотя еще за несколько дней до рекомендации правительству в ведомстве заявляли, что необходимости в дистанционке нет. Поэтому вот это решение по четырем территориям, включая Саратов, Балашовский, Энгельский и Балаковский район, было принято. Самая крупная наша территория. Ну вот буквально за несколько дней до этого еще не было, как ну, говорили, да, и в вашем ведомстве, что на брифинге, что нет пока предпосылок. Но ну, у нас ситуацию оценивали с точки зрения распространенности двух данных заболеваний, коронавирусной инфекции и группы острых респираторных вирусных инфекций именно среди взрослого населения. Как говорят сторонники возвращения детей в школу, обучение ведется с помощью компьютера, а ученые доказали вред длительного контакта ребенка с этой техникой. У многих родителей уже есть опыт дистанционного обучения, ведь их дети заканчивали прошлый учебный год в начале пандемии. И, как они отмечают, это сильно сказалось на успеваемости. У некоторых детей она резко пошла вверх. Илья Красновид – отец троих детей. Двое еще учатся, и он сам наблюдал за тем, как проходят уроки. Зачастую происходит обман учителя. То есть на примере своего собственного сына я могу сказать, что это было неоднократно, когда, например, учитель русского языка диктует какой-то тест, а параллельно сын искал ответы на других сайтах и находил, подставлял что-то. То есть я могу сказать, что дети разные абсолютно, и мой сын далеко не отличник, то есть те педагоги, которые, возможно, увидят меня, они его знают. У него масса других положительных качеств, но он далеко не отличник. И понимаете, в чем дело? Дело в том, что заканчивая прошлый учебный год, он вышел на очень хорошие показатели по оценкам, но это не объективные оценки, они не показывают знания. В группе «Родительский надзор» можно найти бланки заявлений об отказе обучаться дистанционно в период пандемии. Это своего рода коллективное обращение. Копии предлагают передавать всем уровням власти, начиная от президента страны до местного прокурора. За школы в Саратове отвечает городской комитет образования. Его глава Лариса Ревуцкая пока знает лишь о двух заявлениях с просьбой об очном обучении детей. Но их родители не относятся к сторонникам родительского надзора. Ну,
это общественное движение. На сегодняшний день мы знаем, что это просто акция, которая прокатилась по многим городам Российской Федерации, которые вот ввели частичный либо полный дистанционный режим обучения. Поэтому здесь ребенок в любом случае не останется без внимания школы. В любом случае ребенок будет учиться в той или иной форме. Единственное, что в силу того, что решение правительства принято на территории региона, очно этого ребенка учить мы пока не можем. По крайней мере, в течение этих двух недель. Однако одна из таких акций противников дистанта все же не остается незамеченной властями. Сперва вопросы возникают у охраны, позже на месте появляется заместитель председателя правительства Ирина Седова. Я как раз прям мимо проезжала, увидела, остановилась. Сейчас приглашаю, я как поняла, это родители, да, к себе в кабинет, мы с ними обсудим. Все предложения готовы принять к обсуждению, потому что стороны расходятся, но мы готовы к контакту. Самое главное – это контакт с родителями, с педагогами и с детьми. И все пожелания будем исполнять и выполнять. Встреча в правительстве закончилась назначением еще одного свидания с активистами. В свою очередь, представители регионального министерства настаивают на том, что дистант продлится всего две недели. Негативный опыт первой самоизоляции учтен, и качество передачи знаний на удаленке выросло. Однако родители, словам чиновников, не верят, ссылаясь на опыт Москвы, где вводят все новые ограничения.